Так, ну, дело в том, что я актриса Наталья Ледовских, почти заслуженная артистка России, и решила приобрести дом или квартиру в Гармонии. Обычно меня узнают, хотят фотографироваться. Привет! Давай, за, давай. Нет? Будем? Смотри, давай с тобой будем здороваться, да? Нет, боится. Нет. Привет! Я решила просто переодеться вот в гусеницу Эмилию. Ну, на самом деле, как бы, ну, понятное дело, что я актриса. Чтобы люди не узнавали, ну, там, не приставали. Поэтому спокойненько теперь я могу разгуливать, незаметно. Здравствуйте. Да, гусеница Эмилия, да. И мне очень приятно, что вы меня узнали. А какие вы эти самые листики едите? Там он липа, еще зеленый. Липа, да, это, кстати, моя любимая лакомство. Это уже кто-то забил уже здесь, да, этот дом? Уже потому забил. Что мне, а мне нравится, я тоже хочу. Уже все забили, вы пришли поздно. А брюшко? Ладно, брюшко? Мягонькое. Хорошо тут, но я вот вижу там еще получше домик. Ваня, стой! Вот это наш? Да. В смысле, это вот прям все включено. Все включено, да? Прям заходи и живи, да? Вы заходите? Да. Тут говорят, заходи и живи. Ну, в смысле, со мной, не со мной жить надо здесь. Если я буду жить, то я буду здесь жить одна. Так, это так называемое фойе, да? Прекрасно. Это... Ага. Здесь у нас что? Санузел. До свидания. Выходи! Выходи! Это кухня. Мне нравится. Все люди как люди, а я суперзвезда. Так. А, так он... Не стесняйтесь, приходите. Я так понимаю, детская. Детская, в смысле, тут сразу установка, да? Значит, если заезжаешь жить, надо сразу рожать двух детей. Или, а если трое детей? Там кладовка под этим, под лестницей, для третьего. Он, кстати, может, ну, прислуживать, как Тишка раньше был, сапоги снимать. Прохор. 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 Нет, Тихон. А это комнатка для гостей, видимо, да? На пол, на каремат вот положить. Это да. Батарейка, ну, нормально, можно. А, о, кстати, интересно, можно на чердак залезть? Слушайте. Нет? Ну, это соблазнительное, конечно, дело. Так, а здесь, мои дорогие, у нас... Так, а муж должен быть какого, да? То есть она сколько, 2 метра здесь? Если муж длиннее, то что? Другого надо будет, если этот дом покупаешь уже с мебелью? С мужем покупать. А и можно всех тогда посмотреть? Это в другой части дома. А, кстати, есть у вас тут где кого посмотреть можно в этом райончике? Ну, вы одну бабочку видели сегодня на районе. Ну, хорошо, да? Все люди как люди, а я суперзвезда. Все люди как люди, а я суперзвезда. А что там за фигня происходит? Что разлеглась-то? Подождите, так сказали же, заходи и живи. Кто сказал теперь? Подождите же, так сказали же, заходи да живи. Не, ну нормальные люди.